Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео по многочисленным просьбам я вам хочу показать, как сделать вот такой вот стручок с горошинами разноцветными. У меня горошины в цвет гамме спектра, либо радуги, в общем, переход от красного к сиреневому цвету. Все это расположено в красивом стручке пенале. Он украшен довольно-таки замечательно, и все это скрыто под молнией. То есть вот так вот замочком закрываются полностью все горошинки. Делала я пенал, вот этот стручок, в размер горошин. Можно его сделать гораздо больше, соответственно, горошины можете взять любого размера. Но в зависимости от этого варьируйте количество петелек, и все по ходу вязания, в общем, будете рассматривать, как что сделать. Горошины можно сделать как просто на крепежах, я сделала подлиннее, меня попросили. Можно сделать на коротеньких. Также можно сюда вовнутрь пришить и горошине кнопочки. То есть, чтобы прикреплять именно на кнопочки. Но я сегодня этого делать не буду, но все расскажу, как сделать. То есть, как все поэтапно. В общем, все расскажу секреты. Молния у меня, вот смотрите, пришита, все красивенько, тон в тон максимально берите. В общем, можете взять, в принципе, если нет такой богатой цветовой гаммы, можете сделать, допустим, горошины одним цветом, а саму основу пенал другим цветом. Здесь уже, конечно же, вы смотрите сами, как вам хочется, как нравится, включаете свою фантазию, украшаете на свой вкус. Можете какие-то либо бусинки добавить, пуговички, в общем, в принципе, все на свой вкус, конечно же. Теперь я вам хочу сказать то, что результат вас приятно порадует. Опять же, размеры вы сами смотрите. В общем, довольно-таки замечательная получается игрушечка-развивалка для ребеночка. У меня размеры получились вот этого стручка 23 сантиметра с моей плотностью вязания и хлопковой пряжей. Вы уже смотрите сами, какую вы хотите по размерам, какие вы хотите бусинки, можете взять поменьше. Но, честно говоря, мне нравится именно этот размер бусина, так как удобно не только ребенку брать, а и взрослому. То есть вы уже будете помогать ребенку играться, соответственно, вам будет удобнее брать гораздо больше бусин. Можете сделать 9 бусин, добавить какие-то розовый, черный, желтый, более светлее, более темнее тона. Ну, то есть, в принципе, любые абсолютно цвета вы можете использовать. И желательно возьмите молнию с большой собачкой для того, чтобы было удобно застегивать, расстегивать. Если вы возьмете потоньше молнию, чем у меня, то у вас не будет даже браться вот такие волны. То есть, все будет гораздо аккуратнее и красивее. Так как в тон этому цвету я не смогла найти более тонкого замка, поэтому я взяла вот такой вот крупный. Здесь, опять же, все зависит от вашего вкуса, от вашей фантазии. Я надеюсь, что вам понравилось и интересно, поэтому присоединяйтесь, будем вязать вместе. Для вязания я буду использовать основную пряжу. Это у меня Ализе Белла. Чистый хлопок, 180 метров, 50 граммов. Разные окраски. То есть я беру все цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А затем нам понадобится еще дополнительный основной цвет зелененький. То есть можете взять салатовенький, можете взять более насыщенный зелененький, можете взять какой-то с оттенками желтого, оранжевого, то есть более такой осенний у вас будет стручочек. То есть вы смотрите на свое усмотрение. Если же хотите, можете салатовый, допустим, более в цвета радуги, основной сделать такой более насыщенный зеленый. В общем, в принципе, можете использовать любые остаточки акриловой пряжи, либо какие-то, даже полушерсть, я думаю, в принципе, можно использовать. То есть вы используете остаточки своей пряжи цвета радуги. Если это будет не совсем для новорожденного ребенка игрушечка, то есть для того, чтобы он не брал в ротик, ну, в общем, акрил или полушерсть. Вот, и теперь же нам понадобится сантиметр для измерения различных деталей по ходу работы. Теперь же вам понадобится также 7 бусин по цветам радуги каждая бусина. У меня диаметр ее 2,5 сантиметра. Вы хотите, можете использовать и больше, и меньше, но я буду использовать именно вот эти вот можжевеловые бусины. Обвязывать, то есть можно, в принципе, наполнять обычным холофайбером, шарики такие вот делать мягенькие, но я вот буду использовать так. Вы можете взять, кстати, шарики, тарахтушки, есть такие с
со звоночками, в общем, внутри, или с какими-то, в общем, тарахтящие такие шарики пластиковые. Хотите, можете их использовать для обвязывания. И если кто хочет именно на кнопочках, чтобы у вас вот эти вот бусины, вот эти шарики держались разноцветные к основке стручка, то вам понадобится еще 7 кнопочек. Вот такие вот обычные кнопочки, но советую, если у вас такие большие бусины, как и у меня, то брать диаметр не меньше 1 сантиметра именно вот этих вот кнопочек. Соответственно, я буду вам сегодня показывать именно на обвязку вот этих вот бусин видеоурок. Если у вас будет меньше, либо больше, я вам расскажу, как нужно будет уменьшить, либо увеличить для того, чтобы обвязать бусину нужного вам диаметра. Теперь нам понадобится иголочка. Желательно возьмите с таким нетоненьким ушком, для того, чтобы потом вдеть в хлопок, пришивать. Теперь я буду вязать крючочком. Он у меня вот где-то 1,7, может быть, до 2 мм. То есть 1,7, так как он на нем не написано, то я его обычно, в принципе, использую как 1,7. Ножнички для обрезания кончиков. И также нам понадобится еще под цвет основной пряжи стрючка нам понадобится где-то с сантиметров 25 молния, то есть замочек, тот, который будет у нас скрывать горошины. Но я его пока не взяла, и что рекомендую вам, пока не покупайте его, просто приготовьте пряжу. Свяжите сначала основу, затем обвяжите, ну, в общем, обвязанные бусины в эту основку положите, пришейте все аккуратненько, а затем лишь подготовьте молнию. Либо просто отдельно бусины обвяжите, отдельно основку, а затем померяйте, сколько у вас основка сантиметров получилась, так как разная плотность вязания, разные ниточки могут быть. У вас может быть несоответствие длины горошка стрючка с вашей молнией, поэтому рекомендую сначала свяжите все как бы поэтапно, желательно основку, а затем уже под основку купите именно молнию, то есть чтобы она идеально вам подходила, вы уже затем посмотрите, сколько вам ее нужно сантиметров, как вы ее будете лучше прикреплять. И единственный совет, который я могу еще вам дать, это берите молнию как можно с большей собачкой. То есть почему? Потому что ребеночку, вот это, если вы возьмете тоненькую тайную, особенно молнию, то там очень маленькая собачка, очень тоненькая. Ребеночку не очень удобно будет играться, и он вскоре, в общем, эта игрушка потеряется в его глазах. Вот. А если вы возьмете собачку более побольше, там, где замочек такой прям большой, можете даже на собачку, на сам замочек что-то вязаное тоже прицепить, какой-то лепесточек, то есть чтобы гораздо удобнее было ребенку открывать и закрывать. Поверьте мне на слово, это очень будет плюс этой игрушки. Вот, в общем, все нюансы, в принципе, я сказала. Итак, мы начинаем с обвязки бусин. Каждая бусина будет разным у нас цветом из цветов радуги. Я вам покажу, как обвязать одну бусинку по такому же абсолютно принципу. Вы будете обвязывать каждую из бусин. Теперь откладываем в сторону ниточку основного цвета, у меня это салатовый, и берем остальные 7 цветов. Если у вас ниточка одной толщины, вам будет гораздо проще. Сейчас мы будем обвязывать каждую из бусин разными цветами. То есть смотрите, мы сейчас с вами обвяжем одну бусинку, затем я думаю, что вы самостоятельно справитесь с остальными 6 бусинами. У меня бусина 2,5 сантиметра в диаметре, поэтому для начала нам нужно сделать круг амигуруми диаметром 2,5 сантиметра. Нам вот эти вот дырочки не нужны открытые, поэтому мы для начала начнем набирать круг без дырочки. То есть, смотрите, он у нас будет плотненький, а затем в конце мы сделаем цепочку из воздушных петелек, которая будет крепить горошину непосредственно к самому стручку. Итак, берем одну из цветов ниточку, то есть любую, в принципе, по цвету, кроме основного. И начинаем мы с кольца амигуруми. Делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. Затем в колечко нам нужно сделать 6 столбиков без накида. Первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко. У нас получился вот такой маленький кружочек.
Теперь берем, находим из 6 первый столбик, первую петельку, вводим крючок и кладем вот этот короткий краешек ниточки на крючок. Затем захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Сейчас мы будем вот этот коротенький краешек ввязывать в первый ряд, поэтому мы его всегда держим над крючком. Итак, сюда же делаем столбик без накида, то есть в первую петельку мы делаем прибавление 2 столбика без накида, и в каждую из последующих 5 столбиков мы должны сделать прибавление. У нас было 6 столбиков, значит в конце ряда, если мы сделаем в каждую петельку прибавление, 12 столбиков должно получиться. Находим вторую петельку и провязываем сюда 2 столбика. Это вторая петелька, далее третья, 2 столбика. Первый сюда же второй. Следующая, четвертый столбик, первый сюда же второй столбик. Пятый столбик, первый столбик сюда же второй. И шестой столбик, первый и сюда же второй. Сделали в каждую петельку по прибавке. У нас 12 столбиков по кругу. Теперь мы будем чередовать. В один столбик провязывать в первый столбик без накида, а во второй провязывать прибавление. Итак, первый столбик провязываем столбик без накида, в следующий делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петлю. Это первое прибавление. Далее провязываем в третью петелечку столбик, четвертую прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Далее в пятую петелечку, в пятый столбик провязываем столбик, далее прибавление. То есть чередуем до конца ряда, столбик прибавления, столбик прибавления, столбик прибавления. Итак, далее в седьмую столбик, в восьмую прибавление, в девятую провязываем столбик, в десятую прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. И последний раз столбик и в следующую 12-ю последнюю петлю прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Мы по кругу сделали 6 прибавлений, поэтому у нас сейчас 18 столбиков без накида или 18 петелек. Нам нужно еще сделать ряд прибавлений, но мы будем чередовать уже столбик-столбик, в третий столбик делаем прибавление. Итак, до конца ряда снова 6 прибавлений. Итак, в первую петельку столбик, во вторую столбик, третье прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Это у нас уже получается провязано 4 столбика без накида. Уже у нас получается четвертый ряд прибавлений. То есть кольцо амигуруми 6, затем 12, третий 18, это четвертый ряд. В четвертом ряду, если мы прибавим к 18 6 столбиков, получится 24 столбика. 4 мы уже с вами провязали. Я продолжаю считать дальше. Столбик 5. Следующую петелечку столбик 6, а в 7 провязывает столбик 7 и 8 столбик без накида в одну петлю, то есть прибавочка. Снова столбик, столбик, прибавочка. Столбик, столбик, прибавочка. Далее снова столбик, столбик, прибавочка. И нам нужно вот так вот сделать 6 раз. Столбик, столбик, прибавочка. Столбик, столбик, прибавочка. Вот, смотрите, у нас получилось по кругу, если вы посчитаете, 12 столбиков без накида провязано вместе с прибавлением, или 12 петель. Сейчас мы должны вот этот короткий краешек ниточки, которые мы еще не обрезали, ставим как маркер в начало ряда. Вот так вот. Просто его перекидываете в начало перед крайней петелькой. И сейчас нам нужно провязать в следующем пятом ряду 24 столбика по кругу. То есть каждую петельку мы провязываем по столбику. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. То есть мы просто провязываем по кругу столбики без накида в каждую петелечку, там где были прибавления, и просто столбики по столбику без накида. Вообще нам нужно провязать высоту вот этой нашей бусинки. Вот она, высота бусинки. Но так как у нас получается диаметр здесь
после прибавления последнего в четвертом ряду был 2 сантиметра, у меня 6 миллиметров. То есть, несмотря на то, что у меня бусинка 2,5, у меня получилось 2,6. То есть, меня это устраивает. Вот бусинка красивенько, аккуратненько ложится в мое вязание. Вот у вас точно так же должна она красивенько лечь. Смотрите, теперь мы должны набрать высоту бусины, но не до самого конца, а для того, чтобы нам потом можно было точно такой же шапочкой, как в начале, сделать окончание, то есть закончить. Вот, у меня высота бусинки 5 рядочков. То есть, смотрите, нам по идее нужно провязать 5 рядочков по 24 столбика. Если мы умножим 5 на 24, получается 120 столбиков без накида. Хотите, можете отсчитывать каждый ряд провязанный. То есть, мы сейчас с вами провяжем первый до конца, затем второй, третий, четвертый, пятый. Либо, начиная вот сейчас, как я считала, 12 столбиков без накида, продолжаете считать до 120 столбиков без накида провязанных. Вот, то есть вы выбираете сами. Нам нужно провязать ровно 5 рядочков. И я затем покажу, как у меня выходит это все на бусинке. То есть мы с вами примеряем бусинку. Вы свою, я свою, и мы посмотрим, как это все смотрится. Я провязала 5 рядочков. Вот смотрите, последнее мое прибавление. Итак, первый, второй, третий, четвертый и пятый ряд. Сейчас немного я привытяну петельку крайнюю и покажу вам, как в итоге получается на бусинке вот это наше обвязывание. То есть я беру бусинку и кладу ее ровно вот этой дырочкой посерединке к кольцу амигуруми, то есть вот сюда в начало. Вот так вот. У меня, как вы видите, плотненько прилегает бусинка к вязаному, такому, я бы сказала, чехлу для бусины. Вот. И получается в итоге красивенько, все аккуратненько. Если же у вас болтыхается здесь бусина, ну то есть сильно большеватая, вам придется вот здесь вот делать прибавление до третьего ряда. То есть, когда вы провяжете 18 столбиков без накида по кругу, вам нужно будет остановиться, померять диаметр, то есть, чтобы у вас, ну вот, к примеру, у вас бусина 2,5 сантиметра. И диаметр донышка вашего тоже должен быть 2,5 сантиметра. Если же у вас, допустим, бусина 2 сантиметра, то, соответственно, диаметр донышка вот этого вот прибавления должен быть 2 сантиметра. А затем уже прямым вязанием по кругу, по спиральке, вы будете вязать столбики без накида. Опять же, столбики без накида нам нужно вязать не до самого конца верхушки. То есть, смотрите, у меня здесь еще есть как бы для нескольких рядочков промежуток до конца края бусинки. Вот здесь, вот, смотрите. Вам нужно точно так же вязать не до самого конца, то есть, чтобы бусинка не была закрытая, а для того, чтобы сделать убавление. Смотрите, теперь как мы будем делать убавление? Вот мы делали прибавление, и у меня, почему я вам сказала отметить начало ряда краешек ниточки, вытащить на лицевую сторону, потому что вы сейчас видите, где вы закончили прибавление. У меня 4 ряда прибавления, то есть 6 столбиков, затем 12, 18 и 24. Затем я начала 24 вязать по кругу. Если вы точно так же закончили, как я, 24, то вам нужно будет сейчас делать убавление точно так же в прямом обратном направлении. То есть, смотрите, вы последний ряд прибавления делали через 2 столбика прибавления. 2 столбика прибавления. Значит, сейчас точно так же мы будем вязать 2 столбика и делать убавление. 2 столбика убавления. Если же вы закончили на 18, там у нас провязывался столбик убавления, столбик прибавления, столбик прибавления. То сейчас мы будем делать в точности, да, наоборот. Столбик убавления, столбик убавления. Итак, сейчас по ходу работы вы поймете, о чем я говорила. Итак, я одеваю снова обратно на крючок последнюю петельку. И сейчас буду провязывать точно так же, в точности, да, наоборот. Убавление делать. Смотрите, я последний ряд провязывала 2 столбика убавления, 2 столбика убавления буду делать, потому что делала 2 столбика прибавления последний ряд. Итак, провязываем столбик, столбик и делать убавление. Убавление можно делать двумя способами. Либо вы делаете вот такую вот неполную, провязывание неполного столбика без накида, то есть одеваете петельку со следующей петли, и снова со следующей петли делайте петельку. На крючке 3 петли делайте общей вершиной. То есть неполный завершенный столбик без накида
один и второй, а затем с общей вершинкой. Либо мы делаем за две передние стеночки, вот они наши две петельки, передняя стеночка одной петли захватываете, передняя стеночка второй петли захватываете. То есть вот так вот, передняя именно. Вот если вы возьмете косичку, вот она передняя часть. Одной петли, второй петли. Затем захватываете, у вас на крючке две петелечки и снова довязываете столбик без накида. То есть смотрите, мы провязываем просто столбик без накида за обе стеночки вот так вот косички, а убавление делаем за две передние стеночки двух петелек столбик без накида. Я буду делать убавление вот так, то есть столбик, столбик, и за две передние стеночки провязывая столбик без накида. Либо же два столбика без накида с общей вершинкой. То есть тут уже вы смотрите сами, как вам удобно. Первый способ — это классические убавления. Второй способ — это тайное убавление. Вот я люблю максимально тайное убавление. Мне оно нравится больше. Вот, теперь мы довязываем до конца, делаем 6 убавлений. То есть столбик, столбик. Затем провязываем за 2 передние стеночки столбик без накида, делаем убавление. И так 6 раз. Столбик, столбик, убавление. За 2 передние стеночки, либо 2 столбика без накида с общей вершинкой. Здесь уже как вам удобно. Я сделала последнее 6 убавление. По кругу у нас 18 столбиков без накида. Теперь будем чередовать столбик, убавление. То есть провязываем столбик без накида. Следующие две петелечки за передние стеночки провязываем убавление. Столбик без накида за передние стеночки двух следующих столбиков без накида. Снова столбик, убавление. И так делаем 6 раз. То есть мы делаем точно так же, как мы делали прибавление, только убавление. Чередуем в таком же направлении. Столбик, убавление. Провязывали сначала 2 столбика убавления, теперь в следующем ряду провязываем столбик убавления. Следовательно, в следующем ряду мы сделаем просто 6 убавлений подряд. То есть все точно так же, как мы делали прибавление, точно так же будем делать и убавление. В точности до наоборот. Прибавляли по 6 столбиков, значит убавляем тоже по 6. По кругу 12 столбиков без накида. Мы немножечко можем поправить вот так вот, чтобы наша дырка была ровно посерединке. От этого, в принципе, ничего не зависит, но, честно говоря, так мне кажется гораздо красивее. Теперь, смотрите, наши 12 столбиков, как я уже говорила, мы сокращаем, тоже сразу 6 делаем убавлений. То есть сразу, начиная с первых двух петелек, за 2 передние стеночки провязываем столбик без накида. Раз. Далее за 2 передние стеночки двух следующих столбиков провязываем 2, следующее убавление, третье, столбик без накида, четвертое убавление, столбик без накида за 2 передние стеночки, пятое, столбик без накида, и последнее, шестое убавление, за 2 передние стеночки провязываем столбик без накида. По кругу у нас осталось 6 столбиков без накида. По идее, в идеале, их можно было бы аккуратненько одеть на иголочку, ниточку в иголочку вдеть и закрыть красивой стяжкой. Но, честно говоря, здесь уже смысла и роли не совсем играет, поэтому мы находим следующую петельку, вот она у нас. Мы в нее вводим крючок и ровно с другой стороны, вот смотрите, вытаскиваем крючок, вот. Просто протыкаем со следующей петелечки ровно посерединке. Захватываем рабочую ниточку, продеваем сквозь вот это отверстие, в которое мы вдели крючок, вот так вот петельку. У нас получилось на крючке 2 петельки. Мы теперь делаем воздушную петлю. И смотрите, мы, получается, эти 6 петелек стянули на одну петлю. И теперь нам нужно набрать цепочку воздушных петелек ровно той длины, которой вы хотите, чтобы у вас была прикреплена горошинка к самому стручку, то есть к пеналу я его называю. Вот этот пенальчик нам нужно набрать вот этот вот, получается, ниточку, которая будет крепить. Смотрите, она может быть в принципе различной длины. Может быть 5 сантиметров, может быть 7, может быть 15. Зависит от того, как вы хотите, чтобы крепились горошины.
Либо же вы можете сделать просто небольшие крепежи, которые будут просто сохранять горошину, скажем так, недалеко от пенала. То есть, чтобы они были не разбросаны по квартире, а просто как бы они были присоединены. Либо, второй вариант, вы можете сделать длиннее саму цепочку из воздушных петель и крепеж, для того, чтобы горошину можно было присоединить в любое из места в пенале. То есть, вот у вас кнопочки вот здесь вот располагаться будут, и вы к пеналу хотите крепить, к примеру, на вот таком расстоянии. То есть, вы можете прикрепить на место красной бусины голубую, или там вместо желтой вы можете прикрепить сиреневую и так далее. То есть, здесь уже делаем цепочку из воздушных петелек. Я просто буду набирать непроизвольное количество, но обязательно просчитайте количество, которое хотите вы. Можете вот так вот прям линеечку взять, к примеру, вы хотите 11 сантиметров или 10. И начинайте набирать цепочку воздушных петелек, пока у вас не достигнет от горошины до 10 сантиметров. Вот у вас вот такой крепежик. Либо 5 сантиметров, либо 7. Но я вам советую обязательно просчитайте количество воздушных петелек для того, чтобы потом на каждой горошине сделать такое же точно количество воздушных петелек. Просто у вас будет красиво, аккуратно выполнена работа. То есть у вас будет на одинаковом расстоянии горошины висеть, соответственно, будет аккуратнее гораздо выглядеть ваше изделие в итоге. Поэтому сейчас вы определяетесь с длиной воздушной цепочки, а затем, набирая эту цепочку по сантиметрам нужным, которые вы хотите, считаете количество. Затем вы обвязываете каждую из бусин вот, скажем так, вот таким вот образом, который я вам сказала. Соответственно, делаете убавление, затем переходите на воздушную цепочку. Цепочку из воздушных петелек уже на нужную длину. Ну, к примеру, вы определили, что вам нужно по длине. К примеру, 40 петелек. Вы начинаете отсчитывать первая петелька, затем вторая, далее считать третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать шестая, двадцать седьмая, двадцать восьмая, двадцать девятая, тридцатая, тридцать первая, тридцать вторая, тридцать третья, тридцать четвертая, тридцать пятая, тридцать шестая, тридцать седьмая, тридцать восьмая, тридцать девятая, сороковая. Вытаскиваете ниточку, но где-то оставляете сантиметриков 10, то есть не слишком длинную. Берете ниточку и обрезаете. Краешек ниточки вытаскиваете, этот немножечко призатяните. Вот получается у вас бусина обвязанная, то есть горошинка, нужная длина цепочки воздушных петелек и небольшой краешек после него для того, чтобы нам нужно было пришить эту, можно было пришить крепеж и бусину непосредственно к самой основе стебелька. Точнее как, не стебелька, а в общем, пенала, я его называю стрючка. В общем, в принципе, вот такая вот получается длина крепежа. Если вам это слишком длинное, можете сделать 20 столбиков без накида, то есть ровно половина. Можете сделать 25-30, то есть это уже зависит от вас. Вот эта ниточка, которую мы с вами вытаскивали на лицевую сторону, можете ее плотненько так вот прям ножничками прям плотно-плотно к бусине обрезать. Она нам не нужна, то есть чтобы у вас не оставались никакие обрезки ниточек, убираем этот краешек. Вот такая бусинка у нас обвязанная получается. Вам нужно сделать вот такую бусинку каждого цвета. То есть вы определились с длиной, и на каждой бусине такая же длина цепочки из воздушных петелек. И краешек, соответственно, для пришивания бусины к основе стрючка. Вот, смотрите, каждая из бусин горошин обвязана. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Готовы наши горошинки, как я вам уже показывала. Вот они, наши крепежи одинаковых размеров на каждой из бусинок. Вы уже сделали на свой вкус, сделали красивенько, сделали ровненько максимально. И теперь нам понадобится ниточка основного цвета. Перед тем, как делать стрючок, нам нужно определиться, сколько нужно
делать его в длину. То есть, смотрите, мы берем все бусинки абсолютно, берем либо линеечку, либо сантиметр, как я уже говорила в начале, в общем, кому как удобно, с чем работать, и выкладываем полностью плотненько друг к дружке каждую из бусин. И их так распределяем, чтобы у нас было начало 0 на начале первой бусины, а затем смотрим, сколько у нас по окончанию последней бусины сантиметров. У меня 20 сантиметров. Вы уже смотрите по размерам своих бусин, соответственно, по обвязыванию. Если у вас немножечко различная была толщина ниточек, соответственно, у вас могут быть немного разная толщина каждой из бусин. Поэтому обратите на это особое внимание. Если же вы считаете, что какая-то бусина наиболее больше, чем остальные, максимально сделайте их одинаковые. Поэтому либо вяжите ее заново и сделайте меньше количество прибавлений колечка амигуруми вот здесь в начале, либо же просто замените ниточку максимально на подобный вам нужный цвет. Теперь наша длина определена, то есть 20 сантиметров, мы убираем горошины в сторону и начинаем вязать стручок. Теперь берем ниточку основного цвета, сантиметр, либо линеечку, что вам удобнее будет, чем работать, и закрепляем первую вот так вот петельку и набираем цепочку из воздушных петелек в длину, которую мы определились, у нас будет стручок. То есть у меня 20 сантиметров, соответственно, я буду делать цепочку из воздушных петелек 20 сантиметров. Конечно же, считайте, то есть для того, чтобы вам потом проще было связать вторую детальку. У нас будет состоять из двух деталей, которые будут сшиваться между собой. То есть сейчас вы набираете цепочку из воздушных петелек, измеряете и параллельно считаете количество воздушных петель. Итак, я сделала первую, затем вторую, третью и так далее. То есть набираем цепочку из воздушных петелек нужных нам сантиметров. Я набрала цепочку из воздушных петелек, у меня получилось 20 сантиметров 60 воздушных петелек. Теперь мы что делаем? Мы находим третью петельку от крючка, то есть вот он мой крючок, на нем последняя петелька. Третью петельку от крючка делаем столбик без накида. И сюда же, в эту же петлю основания столбика без накида, делаем второй столбик. То есть в начале провязывания воздушной цепочки мы делаем прибавление. 2 столбика без накида, третью петельку от крючка. Затем в каждую последующую петельку, в следующую, вот, провязываем столбики без накида. То есть вот так вот, не перекручивая цепочку, нам нужно провязать в каждую петельку по столбику без накида. Соответственно, на вторую детальку точно так же я буду набирать 60 столбиков воздушных петелек, 60, а затем в третью петельку от крючка буду провязывать столбики без накида до конца ряда. То есть все точно так же, как и в первом случае. Вы, если у вас, допустим, 40 петелек воздушных, поэтому вы провязываете третью петельку от крючка, прибавление, 2 столбика без накида, а потом в последующую каждую петельку провязываете по столбику без накида. То есть я думаю, что здесь все понятно, провязываем каждую петелечку по столбику без накида. Я провязала до конца ряда столбики без накида, у меня осталась последняя петелька. Я вот эту вот петельку в начале набора воздушной цепочки тоже считаю, поэтому я в нее провязываю столбик без накида последний и сюда же провязываю еще один столбик. То есть делаю прибавление, как и в начале ряда цепочки из воздушных петелек и столбиков без накида. Вот здесь вот мы сделали с вами 2 столбика без накида и в конце делаем 2 столбика без накида. Если же у вас предпоследняя, последняя считаете, то значит в нее делаете тоже 2 столбика без накида. А затем в конце каждого последующего ряда мы будем делать воздушную петельку. Это подъем. Поворачиваем на изнаночную сторону, то есть мы вяжем прямыми обратными рядами. Находим вот эту первую петельку, сюда делаем столбик без накида. То есть воздушная петелька и петелька
вот здесь вот, где столбик без накида, будем считать это прибавление. То есть мы провязали в первую петельку столбик без накида, значит, у нас, по идее, здесь вместе с воздушной петлей 2 столбика без накида, то есть прибавление. Теперь снова находим следующую петельку, в нее провязываем столбик без накида, в следующую петельку столбик без накида, в следующую и так далее. То есть до конца ряда мы будем провязывать опять в каждую петельку по столбику без накида. А сейчас вам расскажу принцип, как мы будем вязать вот эти вот детальки для нашего стебелька. У нас стебелек будет состоять из двух деталек, из двух таких вот трапеций. Я сейчас вам покажу, я одну уже сделала, для того, чтобы вы имели понятие и представление, что мы делаем. Мы набираем снизу цепочку из воздушных петелек по длине горошин наших. Затем делаем в каждом ряду по краям с одной и с другой стороны прибавление. То есть мы делаем вот такую вот трапецию. А затем в конце мы с вами провяжем два рядочка просто прямыми обратными рядами, ровное количество петелек в каждом из рядочков. Вот такая вот трапеция из двух деталек, из двух трапеций будет состоять наш, стрючочек. Не стебелечек, стрючочек. Вот. Поэтому сейчас мы точно так же, как я уже связала первую детальку, мы делаем вторую. Или как мы будем сейчас вязать первую детальку, а вы уже самостоятельно сделаете вторую. Поэтому сейчас мы будем провязывать средние петельки точно так же, как всегда, просто по столбику без накида в каждую петлю. А с одной и с другой стороны по краям будем провязывать по 2 столбика без накида. Но так как у нас воздушная петля будет заменять один столбик, то мы будем провязывать, получается, в начале ряда, будем провязывать всего один столбик без накида в самую первую петельку. А в конце каждого ряда мы будем провязывать по 2 столбика без накида последнюю петельку, в общем. Смотрите обязательно, когда вяжете прямыми обратными рядами, следите за тем, чтобы у вас столбики без накида провязывались за обе стеночки косички. То есть, смотрите, при вязании у нас получаются вот такие вот косички. Вот точно так же с обратной стороны, если вы повернете вязание, у вас вот она косичка. То есть вам нужно провязывать крючком столбики без накида за обе стеночки вот этой вот цепочки красивенькой, косички. Поэтому будьте внимательны, чтобы вы провязывали за обе стеночки, чтобы красивенько, аккуратненько не терялись, нигде петли не путались. Вот, поэтому средние петли мы будем провязывать столбиками без накида, а в крайние петли будем делать прибавление по 2 столбика без накида в каждую петелечку. Довязали до конца ряда, осталась последняя петелька. Мы в нее делаем прибавление, провязываем 2 столбика без накида в последнюю петельку. Теперь снова воздушная петля подъема, поворачиваем третий ряд. Петлю основания воздушной петельки мы провязываем столбик без накида. И затем в каждый последующий столбик провязываем, как всегда, по столбику без накида. А затем в последнюю снова сделаем прибавление. Итак, смотрите, мы с вами сейчас начали третий ряд вязать обратными прямыми рядами. А мы так должны прибавление делать до 11 рядочков. То есть получается 11 включительно до 12-го. Смотрите, сейчас у нас третий ряд, мы делаем прибавление по краям, затем будет четвертый ряд прибавления по краям, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый ряд. Я думаю, что здесь все понятно, поэтому делаем прибавление, 11 рядочков, 3 мы уже сейчас с вами практически сделали, не до конца. Вот, делаем до 11 рядочков. Рядочка, вот такие вот прибавления. И как вы видите, уголочки наши расширяются. И получается вот такая вот трапеция. Довязали конец 11 ряда, сделали последнюю прибавочку в конце ряда. Смотрите, 11 рядочков провязаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь 12, 13 ряд нам нужно провязать просто. То количество столбиков или вот здесь вот петелек, цепочки верхней, то есть вот эти вот при провязывании столбиков, нужно провязать в каждую петелечку по столбику. Делаем воздушную петлю подъема, в
конце ряда, поворачиваем вязание и в каждую петельку, начиная вот со второй, провязываем по столбику без накида. Почему начиная со второй? Потому что воздушная петля замещает нам первый столбик без накида. То есть в петлю основания воздушной петельки мы не вяжем столбик. И вот начиная со следующей мы провязываем до конца ряда этот ряд столбики без накида, а затем делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем вязание, довяжем еще один ряд прямыми обратными рядами столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. Довязав один ряд до конца, 12-й, можете взять горошинку и вот так вот прислонить нижнюю часть к серединке, то есть вот здесь вот, где у вас основание воздушной цепочки, вот так вот, и сюда к горошинке. То есть у вас должно получиться сверху расстояние где-то, ну вот если, допустим, вы представите, что вот здесь вторая половинка, то где-то приблизительно 2 сантиметра. Если вам, в принципе, этого достаточно, ну, то есть у нас, смотрите, сантиметр заберет молния, и плюс сантиметр сейчас мы добавим рядочками обвязывания. Поэтому, если у вас вот такое расстояние, то, в принципе, 12 ряд можно не довязывать, точнее как, 13 ряд можно не довязывать. То есть 12 рядочков, прибавление 11 и 1 ряд просто столбиком, этого, в принципе, достаточно. Если у вас вот так вот расстояние, то еще 13 ряд придется довязать, то есть если вот так. А если вот, как я еще раз повторяюсь, от серединки вы измерите и у вас здесь где-то 2 сантиметра, то в принципе этого, я думаю, будет достаточно для того, чтобы вшить молнию. Опять же, это для тех, кто хочет горошинку прям впритык, как на фотографии начальной. Если же вы хотите более, чтобы свободно, то есть чтобы у вас более такой вот пенальчик был, и все как бы все идеально помещалось, все там, чтобы, в общем, было немного свободнее, то, конечно же, 13 ряд нужен для того, чтобы было хотя бы немножечко свободнее. То есть здесь уже зависит от вашего желания. Вот, в общем, здесь либо добавляете после прибавления последнего либо ряд, либо два. То есть здесь вы уже смотрите сами на свой вкус. Кто-то любит посвободнее, кто-то любит впритык, поэтому если вы хотите впритык, то 12 ряд, еще раз повторюсь, рядочков достаточно. Здесь у вас 2 сантиметра для молнии и для обвязывания краешков двух деталей. То есть здесь этого расстояния, в принципе, достаточно. Я остановилась вязать 12 ряд. И теперь делаю одну воздушную петельку, привытаскиваю ниточку и краешек отрезаю. Это для первой деталечки. То есть смотрите, у нас получается сверху изнаночная сторона. То есть вот, смотрите, у нас ниточка, краешек при наборе воздушных петелек оказался с правой стороны. Вот она, изнаночная сторона. С лицевой у нас первый ряд провязан вот лицевой стороной, то есть красивая сторона. В принципе, если вы будете провязывать еще один ряд, там уже вы смотрите на свое усмотрение, какой вы хотите, чтобы сторона была лицевая. Разницы, я так думаю, что максимально никакой нет. Теперь отрезали ниточку, связали первую детальку. Снова включаете видео с начало вязания вот этой вот трапеции, либо, я думаю, что вы уже поняли, набираете свое количество петель, которое вы набирали для первой детали, цепочку воздушных петелек, затем в третью делаете 2 столбика и продолжаете вязать прибавление до 11 ряда, а затем ряд просто провяжите столбиками без накида, либо 2 ряда столбиками без накида, если вы вяжете 13 рядочков в высоту. Теперь берем уже связанную первую детальку с отрезанной ниточкой, вторую детальку, ниточку не отрезаете. А вот так как вы вязали, вот она ваша петелька крайняя при провязывании последнего ряда, вот она у вас получается на крючке. Теперь что мы делаем? Смотрите, мы детальку кладем, та, что с обрезанной ниточкой, кладем лицевой стороной вверх, то есть вот он краешек ниточки у нас с правой стороны. А вторую детальку, вот вы закончили вязать с изнаночной стороны, так и кладем изнаночной наверх. То есть, смотрите, у вас лицевая сторона должна быть с одной стороны и с другой стороны внутри. То есть, вот так вот. Вот она у вас получается рабочая ниточка с левой стороны, а на нижней детальке с правой стороны. Вот так вот. Теперь что мы делаем? Мы
Начинаем сшивать две детальки. Мы берем, натягиваем хорошо рабочую ниточку на пальчики. И теперь мы должны провязать первую детальку и во вторую детальку за обе стеночки столбик без накида. То есть вот так вот продеваем сквозь две стеночки и довязываем столбик без накида. Теперь снова с одной стороны вдеваем следующий ряд крючок. И с другой стороны точно так же вдеваем крючок. Вот для чего нам нужны были петли подъема. Они нам хорошо будут заменять рабочие петельки для сшивания. Вот так вот с одной, с другой стороны столбик без накида провязываем за обе стеночки. С одной, с другой стороны столбик без накида провязываем. С одной, с другой стороны столбик без накида. И так мы будем столбиками без накида за обе стеночки двух деталек сшивать вот эти две наши трапеции. То есть вот так вот мы сошьем одну сторону боковую, затем самую длинную нижнюю часть с крючка и вторую боковую, то есть третью нашу сторону. Мы будем вот таким вот образом за обе стеночки сшивать наши детальки. То есть смотрите, я что делаю? Я просто за обе стеночки сшиваю. Единственное, что, наверное, я вам посоветую, это... Вот здесь вот в уголке с одной стороны и в уголке с другой стороны провязывать по 2 столбика без накида в одну петлю. То есть смотрите, вот здесь вот крайние уголки, вот крайние петельки к уголкам с одной стороны и с другой стороны провязывайте по 2 столбика. Для чего? Для того, чтобы стрючок у вас не закручивался и не стягивался вот так вот. То есть просто по 2 столбика. И по ходу обвязывания ввязывайте вот эти краешки ниточек, которые у нас при наборе были, ввязывайте их в вязание, то есть прячьте их красивенько, чтобы вам потом не пришлось их, в общем, заправлять потом уже после того, как вы сошьете детальки. То есть по ходу работы прячьте вот эти вот изъяны различные максимально, чтобы у вас все красивенько и аккуратненько получалось. А так вы здесь видите, вот они у вас петельки, и вы в каждую петельку с одной и с другой стороны детальки вдеваете вот так вот крючок и провязываете столбик без накида. Если вы вязали детальки с правильным количеством, с одинаковым количеством воздушной цепочки, соответственно, у вас прибавления были одинаковые, а значит, петельки у вас должны одна в одну идти, то есть совпадать на 100% с одной и с другой детали. Поэтому особого труда их сшить столбиками без накида, я думаю, вам не составит. Просто вот так вот сшиваем. И вот смотрите, я сделала на уголке 2 столбика, и у меня уголок не закрученный. Вот он как ровненько у меня лежала трапеция с одной детали. Так вот и две вместе у меня красивенько получается. Обращу ваше внимание на то, что если у вас здесь не идеально совсем прямо получилось сшить вот здесь вот начало, то есть такое оно получилось, может, не совсем идеальное, ничего абсолютно страшного, мы этот краешек будем прятать с одной и с другой стороны, поэтому ничего страшного абсолютно нет, если у вас там не все так идеально гладко. Вот, поэтому не переживайте, все мы это спрячем, пока продолжаем обвязывать три стороны вот этого пенала, так называемого. Я его называю пеналом, потому что он действительно напоминает по формам пенал, который влаживается в горошинки. То есть мы делаем сейчас стручок, пенальчик для горошин. Вот, сшиваем одну стеночку столбиками, вторую и вот эту третью. По ходу прячем краешки ниточек. Вот я обвязала три стороны, и сейчас я нахожусь на третьей стороне обвязывания. Что мы делаем? Смотрите, мы сейчас, я немножко привытянула петельку и выворачиваю на лицевую сторону. Вот, смотрите, у нас получился на внутренней стороне вот такой шовчик из столбиков без накида. Посмотрите, все получилось очень аккуратненько и такая вот лодочка. Вот, если вы вывернете на лицевую сторону, получилась такая замечательная лодочка. Краешки ее немножечко, как вы видите, вот так вот идут вытянутые, то есть прибавления благодаря нашим прибавлениям. Все красивенько, аккуратненько. И что мы теперь делаем? Смотрите, мы берем, одеваем снова нашу петельку на крючок.
То есть вот она наша крайняя петелька. И теперь мы что делаем? Смотрите, у меня осталась вот здесь вот еще такая вот ниточка краешек, поэтому я еще буду ее по ходу вязания я ее прятать. И теперь смотрите, мы начинаем обвязывать по окружности с лицевой стороны. То есть смотрите, у нас получается вот такой вот овал сверху, вот мы его начинаем обвязывать. В каждую петелечку мы будем делать по столбику без накида. По ходу я буду вот эту ниточку краешек прятать. Вот, смотрите. Я ее снова кладу на вязание и сверху крючка она у меня. Просто в каждую петелечку обвязываю по столбику. Сейчас нам нужно будет не только обвязать столбиками без накида окружность, а и немножечко сделать такой вот как закрытый носик на стрючке. То есть смотрите, мы сейчас обвязываем столбиками вот эту одну сторону, но не до самого конца. Вяжем, 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 вяжем столбиками без накида, доходим до вот этого момента, где мы сшивали первую сторону. Почему первую? Потому что вот это у нас вторая и вот это третья. То есть мы начали обвязывать столбики с третьей стороны, потом вторую, и сейчас дойдем до первой. Вот до первой стороны вам нужно будет не довязать до серединки с одной стороны 5 столбиков без накида, то есть 5 петелек, и с другой стороны 5 петелек. Мы эти 5 петелек с одной стороны и с другой стороны будем делать убавление, то есть на серединке мы сделаем такой красивенький, аккуратненький носик. А пока продолжаем вязать столбики без накида до последних петелек с одной стороны. Сделаем убавление и довяжем вторую сторону. Остались у нас 5 столбиков до шва. И теперь за 2 передние стеночки первой петелечки и второй петелечки провязываем столбик без накида. То есть захватываем просто передние петельки и провязываем столбик без накида. То есть таким образом мы сделали убавление. Хотите, можете провязать 2 полустолбика с общей вершинкой. То есть здесь уже как ваша фантазия вам говорит. Итак, первое сделали убавление 2 столбиков, захватили половинки. Теперь вторых 2 столбиков, второе убавление захватили, провязали столбик без накида. И теперь получается, смотрите, у нас осталась одна петелечка, поэтому мы захватываем ее стеночку. И уже со следующей стороны первую стеночку следующей петли. И сделали убавление. То есть это третье убавление. Далее следующие 2 полупетелечки. Это четвертое убавление. И еще 2 стеночки следующих 2 петелечек. Это пятое убавление. То есть, как я вам уже говорила, 5 петелек с одной стороны и 5 петелек с другой стороны. Мы делим на 2. Это получается 5 подряд убавлений. Вот мы, получается, убавили для красивого вот такого перехода носика с крючка 5 убавлений. А теперь довязываем столбиками без накида. Вот здесь вот до конца, получается, этого ряда. То есть вот этот вот ряд, получается, он у нас заканчивается здесь, где и начинался. То есть вот он, первый ряд пошел. Мы сюда же доходим. А затем снова вам нужно будет провязать вот эту сторону. То есть получается, вы сейчас делаете как бы неполный круг. И до вот этого момента, где у вас носик, снова вам нужно будет не довязать. А не довязать вам нужно будет, получается, 5 средних. Уже, ну, как бы мы сейчас сделали 5 убавлений. Вот эти 5 убавлений, 5 петелек с убавлений, вам нужно будет до них не довязать. То есть вы сейчас идете, довязываете вот здесь сторону, затем возвращаетесь и не довязываете 5 средних петелек на носике, где мы сейчас убавляли. Я думаю, что здесь тоже все понятно, поэтому довязываем столбиками без накида по кругу до вот этих вот 5 убавлений. Я дошла до 5 средних петель, там где были убавления в предыдущем ряду. И теперь смотрите, первые 2 петли из 5 я за передние стеночки делаю убавление. То есть, как я вам уже показывала, столбик без накида. Среднюю из 5 я провязываю просто столбик без накида в эту петелечку. И у нас осталось еще 3 и 4 петля. Делаю убавление за 2 передние стеночки. Провязываю столбик без накида.
То есть из 5 у нас убавление по краям, среднее просто столбик без накида провязывается. Здесь будет туговато немножко, вот, но вы постарайтесь. И довязываем убавление второе. Все, получается у нас красивый вот такой краешек с стрючка. Вот он у нас, носик такой. И довязываем теперь уже до конца, то есть до конца этого ряда по окружности вот эту вот стеночку. Просто столбиками без накида, как мы вязали до этого. У нас получается обвязана верхушечка двумя рядочками столбиков без накида. На одном из которых на носике мы сделали 5 убавлений. Из 10 петелек провязали 5 убавлений. А сейчас из 5 убавлений предыдущего ряда мы провязали на 2 убавления, затем столбик без накида и на следующих 2, 3 и 4 петельки убавления. Вот так мы сделали красивенький носик. Так мы дообвязывали наши края окружности стручка. И теперь мы уже наверняка сейчас сможем измерить, сколько нам нужно сантиметров молния. Лишь только после этого этапа провязывания мы сможем, как говорится, определиться уже с размерами. И еще раз повторюсь для тех, кто еще не купил молнию. Лучше всего брать с толстенькой собачкой, то есть чтобы ребеночку было удобно и просто играться. Желательно можно даже и саму молнию брать такую побольше, пошире, красивенькую. И опять же, берите лучше всего, это более максимально подобная тон в тон вашей пряжи основного вязания. То есть, вот, к примеру, у меня сейчас салатовая. Я буду брать салатовую молнию с салатовой тканью основной. И, соответственно, молния у меня будет какая-нибудь приближенная к зелененькой. Вот. Если у вас стрючок желтый, то, соответственно, берите какой-то желтенький или насыщенный зеленый. Если у вас основа ниточка насыщенная зеленая, то, соответственно, и молнию берите насыщенно зеленую. В общем, молнию старайтесь брать тон в тон максимально подобной вашей пряжи. Будет гораздо красивее смотреться. И, соответственно, ее будет практически не видно на вашей работе. Я думаю, что это лучше, чем какие-то другие цвета, особенно если это на зеленом горошке черная молния. То есть я не рекомендую этого делать ни в коем случае. Все-таки это для ребенка, и постарайтесь максимально аккуратно и красиво, чтобы оно выглядело. И теперь же, смотрите, мы сейчас как раз, я вот с вами дошла до конца этого ряда. У нас, посмотрите, обвязано двумя рядочками. Теперь я делаю соединительный столбик вот сюда, в нашу начальную петельку ряда. Начальный столбик. Сделав соединительный столбик, не спешите отрезать ниточку. Ни в коем случае не отрезайте, не торопитесь. Вот. Мы сейчас для начала измерим, помещаются ли у нас горошинки и достаточно ли мы обвязали красивенько наши рядочки. Смотрите, мы берем хотя бы одну из горошин, не обязательно брать все. В принципе, в идеале можете померить и все, то есть помещаться у вас должны абсолютно все горошинки. Но что я хочу вам сказать. Смотрите, нам нужно обвязать стрючок так, чтобы горошина закрывалась буквально, ну, не закрывалась, если по обвязыванию, смотрите, ее не видно, но здесь у вас с макушки она не закрывается до конца, а оставьте хотя бы, чтобы здесь было пол сантиметра зазора. Эти пол сантиметра, там может сантиметр, если у вас, они пойдут на вшивание молнии, то есть, соответственно, молния будет, скажем так, красивенько здесь входить, и горошины будут немного видны, а при закрывании молнии у вас их не будет абсолютно видно, то есть будет красивенько. Если же у вас слишком молния будет вот так вот на поверхности, то будет эффект вот такой, то есть уже более закрытые горошины. Туда можно будет еще помимо горошин какую-то ручку сунуть, это уже, конечно, ваша фантазия.
И, соответственно, если у вас длинные крепежи, то, опять же, рассчитывайте на то, что у вас крепежи тоже должны куда-то ложиться. Поэтому здесь у вас должен быть не совсем такой вот впритык связанный вот так, а, соответственно, небольшой запасик. Вот он у нас. У меня этот запасик есть. Для полной уверенности можете засунуть все горошины, все 7, и посмотреть, померить, как они будут у вас выглядеть. Вот так это выглядит у меня. Соответственно, я не спрятала все крепежи, а просто вам хочу показать, что горошинки у меня вмещаются. Вот здесь еще небольшой есть запасик для того, чтобы вшить молнию. Вот, как я вам уже говорила, эти полсантиметра, сантиметр для того, чтобы было, скажем так, все красивенько. И я сделала на ряд меньше, как я вам уже говорила, чтобы было более впритычок. Я не люблю, чтобы висело все и большое было, поэтому здесь есть запас туда, где сунуть вот эти крепежи наши горошин. И, соответственно, для тех, кто будет пришивать замочки, вот эти вот кнопочки, а не замочки, то будет место, куда их здесь расположить снизу. Вот, соответственно, все горошинки поместились, все замечательно. И мы можем померить, сколько нам нужно сантиметров, чтобы имел замочек. Смотрите, я меряю от начала здесь вот краешка, вот здесь вот, где мы делали убавление, и до конца. У меня получается 21 полный сантиметр. Вот он, 21. Но, соответственно, может быть, молния, конечно, 20, допустим, 20 сантиметров вам маловато будет, если вы возьмете. Вот. Но если уже так рассуждать, то, в принципе, 20-сантиметровой тоже может хватить. Там может быть при расположении, в общем, молнии, там запас идет таких вот краешков, то эти краешки должны располагаться будут здесь, во внутренней стороне, и притык молнии будет пришиваться именно вот здесь вот в начале стрючка. А в конце уже здесь, если будет застегиваться вот до вот этих вот моментов, то есть не до самого конца, а где-то не хватит полсантиметра, то абсолютно ничего страшного здесь нету. Но я всегда беру где-то 25 сантиметров молнию для того, чтобы, пусть я ее где-то обрежу, наметаю, то есть укорочу, но у меня все должно хватить. То есть вы смотрите сами, как вам удобно. Можете взять с собой, допустим, горошинки и измерить уже непосредственно в магазине, там, где вы хотите покупать молнию, измерить. Если вам достаточно, то мы начнем вшивать молнию. Если вам мало, то берите лучше с запасом, то есть, к примеру, 25, а затем укоротите. Опять же, здесь зависит все от вашего вкуса. И я сейчас пока не заостряю внимание на пришивании молнии. Мы сейчас закончим все детальки, а затем я вам покажу, как собрать. Теперь берем ниточку вот эту основную, вытягиваем последнюю петельку и обрезаем так, чтобы у нас хватило пришить молнию в конце. Я всегда обрезаю не меньше 50 сантиметров. Почему? Потому что ниточку я потом делю, и чем длиннее краешек, тем больше хватит нам вшить молнию. Поэтому где-то сантиметров 40-50 можете смело оставлять для того, чтобы пришить молнию. Отрезав ниточку, теперь берем основную и делаем кольцо амигуруми. Колечко закрепляем и набираем 8 столбиков без накида. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Теперь придерживаем последнюю петельку, стягиваем колечко за короткий краешек. Нам нужно сейчас найти первую петельку при наборе столбиков и в нее провязать столбик. При этом короткий краешек ниточки мы кладем на крючок. Захватываем ниточку и провязываем столбик. Находим следующую петельку и все же короткий краешек ниточки на ней. Мы так должны провязать в каждую петелечку по столбику. То есть это третья петелечка. Далее находим четвертую петелечку. Далее находим пятую, шестую, седьмую
И последнюю, восьмую петельку провязываем столбики без накида. Провязали 8 столбиков по кругу, теперь короткий краешек у нас как бы кончик запрятан, поэтому мы его вытягиваем на начало ряда, и он у нас будет как отметочкой начала ряда. Теперь нам нужно провязать такое количество рядочков, просто по столбику без накида, то есть в каждом ряду у нас должно быть всегда 8 столбиков без накида по кругу. Чтобы получился такой вот стрючочек, начало как бы, начало стрючка нашего, такая тоненькая палочка, или как ее будем называть, 4 сантиметра. То есть сейчас мы провязываем просто по спирали по кругу 4 сантиметра палочку для нашего стрючка. Опять же, количество рядов вы уже фиксируете, сами смотрите, и вам нужно будет остановиться, провязывать эту тоненькую палочку, пимпочку, на конце ряда. То есть вот оно наше место конца ряда, где мы вытащили ниточку. Вот здесь вот и закончить через 4 сантиметра. Связали вот этот стрючочек наш, краешек, 4 сантиметра. Хотите, если вам кажется коротковато, можете 4-4,5-5 сантиметров. Ну, то есть, в принципе, на любой ваш вкус. И теперь мы начинаем расширение. Можете отрезать вот эту ниточку, которую мы отмечали начало ряда. И сейчас мы ее поставим в начало этого ряда. То есть, вот так вот отмечаете начало ряда. И теперь сделаем так, смотрите, мы сейчас прибавим через столбик, то есть смотрите, первый столбик мы провяжем просто столбик без накида, а в следующий провяжем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю, 1 столбик и сюда же второй столбик. Далее снова столбик, а в следующую петелечку 2 столбика, прибавление, столбик и сюда же второй столбик. Снова один столбик, а в следующую петелечку второй столбик. То есть вот так вот прибавим через петельку. Для чего мы отметили начало ряда? Для того, чтобы вам было просто, ну, чтобы не считать, а просто вы чередуете столбик, два столбика, столбик, два столбика. Итак, мы сделали, получается, прибавление последнее. И, как вы видите, вот она наша отметочка начала ряда. Теперь мы прочередуем так. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. В первую петелечку провязываем столбик. Во вторую провязываем тоже столбик. А в третью провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. То есть мы сначала делали столбик прибавления, а сейчас провязываем 2 столбика в разные петельки. А в третьей делаем прибавление. То есть как бы немножечко расширяем наш стрючок, вот этот, пимпочку нашу, начало стрючка. И так тоже сделаем чередование через 2 петельки в третью прибавление. Петельки 2 провязываем по столбику без накида, а в третью делаем прибавление. И вот как раз таки я дошла до последнего прибавление. И сейчас мы снова провяжем прибавление, но будем чередовать уже, получается, 4 столбика, провязывать 3 по столбику, а в четвертый столбик делать прибавление, 2 столбика без накида в третью петелечку. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3. И 2 столбика 4 в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3 и столбик 4 в четвертую петлю, 2 столбика без накида в одну петлю. И последний раз. Столбик 1, столбик 2, столбик 3 и в четвертый столбик 2 столбика без накида в одну петелечку. Вот такое вот у нас идет расширение. И теперь будем чередовать уже 5 столбиков, 4 раза по столбику, а в пятый столбик провязывать прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю.
4 раза по столбику без накида, а в пятую прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И так мы будем снова чередовать до отметочки нашего начала ряда. Столбик, 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 четвертый раз. И прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Если вы присмотритесь, у нас уже идут четкие прибавления над прибавлениями и столбики над столбиками. И в каждом ряду между прибавлениями нашими увеличивается количество провязанных столбиков по одному в каждую петелечку. То есть один с начала чередования шло, потом 2, потом 3, и сейчас идет через 4. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. А в пятый столбик провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. Вот такое замечательное прибавление. И сделаем мы еще один последний раз чередование 5 раз по столбику и в шестой прибавление. 1, 2, 3, 4, 5. А в шестой делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова 1, 2, 3, 4, 5 прибавления. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И в шестой столбик делаем прибавление. Провязали 4 столбика прибавления, а затем провяжем ряд просто в каждую петелечку по столбику без накида. Будем так обвязывать каждую петельку без прибавлений каких-либо изменений до конца ряда, то есть до отметочки вот этой, где мы отмечали с вами начало и конец ряда. Вот оно. Вот так вот обвязываем столбиками, а затем будем начинать делать веерочки, красивенькие, для того, чтобы нам сделать красивый переход именно непосредственно на сам стручок. А затем украсим красивой такой спиралькой, висюлечкой. Я думаю, что очень довольно-таки симпатично все это будет в компании смотреться. И вот я с вами довязала этот ряд без изменения столбиками, без накидов. А затем, смотрите, мы провязали последний столбик этого ряда, и в следующий столбик делаем соединительный столбик. Вот так, как бы нам нужно соединить начало и конец ряда красиво. А теперь делаем 2 воздушные петли подъема, накид. И в эту же петелечку нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый. И получается, с воздушными петлями подъема у нас здесь 5 столбиков. Отсчитываем первый столбик, второй, во второй делаем столбик без накида. Или соединительный столбик. Вы посмотрите, как вам удобно. Мне, наверное, будет удобно делать столбики без накида. Теперь делаем накид, отсчитываем вторую петелечку. Первую пропускаем и во вторую провязываем 7 столбиков с одним накидом. Сделали накид и сюда вяжем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. И седьмой. Далее снова отсчитываем первый и второй столбик. Во второй делаем столбик без накида. Накид отсчитываем снова во второй столбик. Делаем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Отсчитываем второй столбик. Делаем столбик без накида. Снова накид во второй столбик от столбика без накида. Снова 7 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5, 6 и 7. Отсчитываем 2 столбика. Делаем столбик без накида. Снова отсчитываем второй столбик. Делаем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7. Отсчитываем второй столбик, делаем столбик без накида. Отсчитываем второй столбик и делаем столбики 7 веерочек. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Отсчитываем второй столбик, делаем столбик без накида. И теперь делаем накид и в петлю основания соединительного столбика делаем еще 2 столбика. У нас получается с воздушными петлями 5 столбиков провязано. И нам нужно довязать еще 2 столбика для количества 7 столбиков веерочка. И в третью вот здесь вот петелечку делаем соединительный столбик. Вот получился у нас вот такой замечательный цветочек или стручок начала. И теперь нам осталось лишь вытянуть хорошо вот эту петельку, отрезать ниточку, оставить для пришивания вот этого цветочка. Вот этот краешек ниточки можете уже вытянуть, он нам не нужен. И теперь отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Нам осталось сделать красивую спиральку. Берем ниточку основного цвета и для спиральки набираем цепочку из воздушных петелек. Число петелек может быть абсолютно разное, в зависимости от той длины спиральки, которую вы хотите. Смотрите, например, вы хотите длину спиральки 5 сантиметров. Значит, цепочка должна быть в 2,5, в 3 раза длиннее, чем нужная длина спиральки. Если это 5 сантиметров, значит, вы набираете 15 сантиметров цепочку. Если это, к примеру, 7 сантиметров, то соотносительно на 3 умножаете где-то 21 сантиметр, может 20 сантиметров. То есть 2,5 в 3 раза у вас цепочка должна увеличивать количество, чем длина спиральки. То есть цепочка длиннее в 3 раза. Я набираю, честно говоря, не подсчитываю количество воздушных петелек в цепочке. Ну, вот, допустим, я хочу приблизительно 5-7 сантиметров. От этого я и рассчитываю, что я где-то сантиметров 20. Если мы помним, у меня было 20 сантиметров в, скажем так, в стручке, вот, то это приблизительно где-то 60 петелек. Я еще пока вот подсчитываю сантиметры, у меня здесь линеечка, поэтому где-то приблизительно в 3 раза я буду набирать длиннее цепочку. Может, 2,5. Это, честно говоря, такое соотносительное, как говорится, высчитывание. То есть спиралька тянется, там вы уже смотрите. Итак, в общем, вот у меня 20,5 сантиметров. Мне достаточно, поэтому я сейчас начинаю делать спиральку. В третью петелечку от крючка, вот она третья петелька, мы начинаем провязывать столбики без накида. В первую петелечку нам нужно провязать, ну получается третью от крючка, она у нас первая по провязыванию столбиков без накида, нужно провязать 3 столбика без накида. Следующую петелечку находим после нее, в нее тоже вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. Следующую петелечку провязываем 1 столбик, 2 и сюда же 3. И так в каждую из воздушных петелек нам нужно провязать по 3 столбика без накида. У вас по ходу вязания будет закручиваться, в общем, вот эти вот столбики, поэтому ничего страшного, это так и должно быть. Единственное, что при провязывании выравнивайте цепочку, чтобы она у вас была, ну, получается, одной стороной лежала на вязании. А затем мы просто после того, как провяжем по 3 столбика без накида в каждую петлю, мы затем аккуратненько закрутим уже красивенькой спиралькой наше вязание. Поэтому при провязывании столбиков выравнивайте свое вязание максимально, чтобы у вас не перекрутилось ничего. А затем уже, вот смотрите, у меня уже закручивается, но старайтесь все-таки поворачивать нужной стороной для себя и провязывать в каждую петельку по 3 столбика без накида.
первую, во вторую и так в каждую последующую до самого конца провязывания цепочки. Провязали до конца цепочку и теперь начинаем закручивать вот так вот против часовой стрелки. Вот так наше вязание. Вот, смотрите, что получается. Получается вот такая спиралька. И чем туже вы ее изначально закрутите, тем красивее вид она приобретает. Вот так вот. Прокручиваете ее в обратном направлении. Вот. Подвигаете, поворачиваете. И вот я вам показываю, чем больше вы ее закручиваете, тем красивее, вот смотрите, получается она и ровнее. То есть при вязании она была такая искаженная, некрасивая, то сейчас я считаю, что она приобрела красивенький вид, и в итоге получилась вот такая замечательная спиралька. Теперь мы берем вот эту шляпку, смотрим, где у нас лучше, чтобы была, скажем, сторона, где прикрепить вот эту спиральку. Крепите спиральку, в общем, отрезаете вот эту, вытягиваете последнюю петельку, отрезаете. И за вот эти кончики, начальная и отрезанная, вы крепите с изнаночной стороны за вот эту шляпочку. То есть вы где-то в любом расположении, где вам нравится, чтобы был низ или вот так вот задняя сторона, крепите спиральку, получается вот такая замечательная спиралька. Если вам слишком длинная, можете немножечко покороче ее сделать. Если вам нравится такая, делайте такую. То есть в зависимости от вашего вкуса и желания. Я вот решила такой длины сделать. Как раз таки она сантиметров 7 в сложенном виде и получилась, как я рассчитывала. А вы уже смотрите на свое усмотрение. Можете сделать и 5 сантиметров, можете сделать и 3, и 10, ну то есть на свое усмотрение. И затем будет уже здесь горошек. И вот, наконец, мы приступаем к моменту пришивания молнии к самому пеналу, к самому стрючку. Смотрите, я начала пришивать там, где у нас ниточка осталась для пришивания молнии. Вот она у меня получается с левой стороны. А с правой стороны у меня остаток молнии. Так как я столкнулась с проблемой большого замочка, то есть я не смогла найти в 22 сантиметра, я думаю, в 21 даже, может, вот так вот. Ну, то есть, как я вам и показывала, что я измеряла, я решила взять подлиннее замочек. И тем более у меня оттенок салатовый, не такой уж большой выбор был салатовых замочков, в общем, этих молний. Поэтому, если вы тоже столкнулись с проблемой насчет укорачивания молнии, то я рекомендую перед тем, как обрезать молнию, наметайте. Вот я специально другим цветом вам показала, что я наметала от момента там, где у нас вот молния получается, это конец молнии я взяла. Вот, если я ее сейчас застегну, то это получается конец. А начало молнии, вот где... ну, в общем, как сказать, вот эта пимпочка, она мне не понравилась, потому что здесь очень туго, и я думаю, что у вас тоже такая будет на молнии начало вот такое вот, пластиковое, я бы сказала. Поэтому, если вам нужно укоротить, смотрите, начните наметывать с одной стороны и с другой стороны от начала, от уголочка вот этого с левой стороны. Вот, то есть, смотрите, расстегиваете молнию и просто вперед иголочкой наметываете от самого начала. Просто вот так вот замочек с одной стороны и точно так же с другой стороны. Вот мои ниточки остались с одной и с другой стороны. А затем, смотрите, вы смотрите, сколько вам нужно оставить для того, чтобы спрятать молнию вот здесь. И вот, если я возьму, застегну молнию, то у меня получается, смотрите, здесь в начале нужно отрезать где-то вот так. Затем хорошо-хорошо-хорошо наметать вот здесь, где замочек, подпалить вот эти краешки ткани и спрятать аккуратно, аккуратненько во внутреннюю сторону. Точно так же донаметаем с одной стороны и с другой стороны. То есть, смотрите, вы наметываете вплотную до замочка. Потом, когда вы будете застегивать, вы увидите, что не совсем она вплотную. То есть, вот так где-то у меня и получилось. Вот он мой сантиметр, где-то один... сантиметр и 2 миллиметра, если быть точно. Все у меня застегивается до конца, точно так же и вы посмотрите, у вас вмещаются, если горошинки, то все значит замечательно. Если горошинки не вмещаются, то я вам рекомендую еще один ряд провязать
вот так вот по кругу. И немножечко здесь делать убавление для того, чтобы не оттопыренный был вот этот уголочек правый. И прячем все, наметываем дальше, прячем эту молнию, отрезаем. Вот такой замечательный горошек получается. И нам останется только через ряд вниз, вперед иголкой сделать ручную строчку, либо можете на машинке. И через два ряда. То есть я всегда делаю две строчки в расстоянии одного ряда, для того, чтобы было гораздо прочнее. То есть смотрите, так как это детская игрушка, ребенок постоянно будет вот играться, ерзать. И чтобы быстро не отрывался замочек, вот этот молния, от горошинки, я всегда делаю два ряда. Вы уже смотрите, если вы будете на машинке, можете и достаточно, наверное, пожалуй, одного ряда. Ну, в общем, это уже зависит все от вас. Теперь что, смотрите, мы после того, как наметали вот любой ниточкой, мы берем ниточку вот эту, которую мы оставляли для пришивания, делим на две части, то есть либо в двойную ниточку, либо в тройную, то есть вот она у меня делится, посмотрите, хлопок. И мы ей делаем строчку вперед иголкой, то есть о чем я вам говорила, на расстоянии одного ряда от верха, а затем на расстоянии второго ряда. Пришиваем мы цветом тон в тон, посмотрите, молния максимально у меня тоже тон в тон цвету пряжи стручка. Поэтому вы уже смотрите на свое усмотрение. Конечно же, как я вам уже говорила, собачку на молнию лучше брать побольше. И, соответственно, молнию я взяла трактор для того, чтобы ее было, в общем, удобно застегивать, расстегивать. Хотите, можете взять тайную молнию, но это детская игрушка, я думаю, здесь, в принципе, пойдет и так. Итак, в общем, пришиваем молнию, а затем будем пришивать наши детальки к стручку. Все, замочек мы вшили. Вот смотрите, у меня получается шовчик вот здесь вот через ряд идет и здесь через второй ряд. Немножечко из-за толщины молнии у меня немного взялось вот здесь вот, смотрите, волнами. Но абсолютно ничего страшного, так как если вы вложите во внутреннюю сторону бусины, то эти волны так и будут, потому что бусины будут каждая забирать свою величину вот этой основки стручка. Первый раз у меня, честно говоря, этих волн не было, там у меня был немного тоньше, тоньше вот это, в общем, молния, тоньше рубчики, зубчики были. Вот, поэтому если сильно не хотите, чтобы были эти волны, возьмите немножечко тоньше молнию, в общем, чтобы тоньше зубчики были. Теперь смотрите, нам нужно сейчас прикрепить вот этот вот локон, нашу завитушку, к попке, будем так ее называть, стрючка. Вот, теперь она у нас с нижней стороны, по крайней мере у меня, хотите, можете сбоку, сзади, спереди, наверх. Но наверх, честно говоря, мне кажется, она будет не очень смотреться, поэтому я буду ее крепить вот так вот вниз пришивать. Смотрите, мы вот эту часть, ну, вот эту плодоножку, или как мы ее будем называть, будем прикреплять к правой стороне. То есть, где у нас вот здесь вот замочек вверх, а там, где у нас спрятан вот здесь вот носик, то это будет такая вот часть и останется. То есть, мы вот сюда будем крепить. Я думаю, что все поняли. Теперь нам нужно при расстегнутом состоянии, вот так, то есть до конца не застегивайте замочек, а при расстегнутом пришить вот эти, как бы, хвостик или, в общем, завихрюшечкой вот в эту часть. То есть вы пришиваете ее красивенько, ровненько. Пришивать я рекомендую разделенной ниточкой, рассоединенной, потому что, в принципе, слишком толстый хлопок, поэтому я рекомендую в 2-3 раза тоньше сделать ниточку. И уже аккуратненько затем пришиваем. Опять же, при расстегнутой молнии. Если же вы застегнете до конца, то вы можете молнию туда зашить. То есть собачку с молнией вот так вот пришить. Смотрите осторожно с этим. И после того, как мы пришьем вот эту плодоножку, хвостик, мы будем сшивать уже во внутреннюю сторону горошинки. Вот я пришила плодоножку, стручку, получилось вот так вот, если вы повернете боковой стороной к себе. Вот снизу, как я вам и говорила, уже это спиралька, локон. И теперь раскрываем полностью нашу основку
И сюда на равном расстоянии пришиваем все 7 горошинок. И я вам рекомендую, желательно крепите их сначала узелками, а затем уже прячьте кончики. Потому что если вы не закрепите на узелок, а просто спрячете по межвязаниям свои краешки, то ребеночек просто со временем их вытащит. Поэтому крепите максимально хорошо. И чтобы было удобно, если, к примеру, поднимет ребенок за горошину всю полностью весь стручок с остальными горошинами, то есть чтобы ничего не оторвалось и не вытащилось. Итак, в общем, крепим на равном расстоянии в серединку наши горошины. И при этом старайтесь, чтобы было не только на равном расстоянии, а и спряталось все в пенал. То есть последнюю крепите максимально ближе к вот этому носику. И здесь последнюю, или, как сказать, здесь первая, здесь последняя, то первую тоже крепите максимально ближе к самому вот этому кончику нашего стручка. То есть вот здесь где-то крепите, чтобы при закрытии молнии было все очень аккуратненько и красивенько. Вот я приблизительно распределила все цвета, продела просто каждый цвет на одинаковом расстоянии, и лишь только после этого я начинаю наметывать каждый цвет из цветов. То есть смотрите, вы сейчас берете иголочку, вдеваете ниточку в нее, и после этого делаете буквально парочку таких вот узелков и прячете кончики вот в промежуточные ряды, то есть в основку каждый из цвета. А потом на вот этот каждый из цвета, если вы будете, в принципе, можно так будет и оставить, то есть закрепили и спрятали в пенал вот так вот горошину. Но можно еще сделать и кнопочки. Смотрите, кнопочка состоит из двух частей. Это основа, то есть вот она у нас. Нам ее нужно будет пришить сверху на каждый из узелков. То есть вот так вот зеленым только цветом, смотрите, цветом основным, какой у вас пенал, тем и пришиваете. То есть ни в коем случае не пришивайте вот этой цветной ниточкой хвостиком, даже если он у вас остается. Его просто прячьте аккуратненько во внутреннюю часть, а вниз сверху пришиваете нижнюю часть кнопочки. А верхнюю, та, которая худенькая, маленькая, вы пришиваете сверху на кнопочку, только не сверху самой горошины, а вот здесь вот с нижней части, вот где у вас основание воздушной цепочки петелек, вот сюда пришиваете просто ровно посерединке. Тоже цветом вот этим, который у вас горошина, то есть которым горошина связана. Если это на голубом, то голубую, соответственно, на красном красную и так далее. Вот, пришиваете каждым цветом, и вот так у вас будет аккуратненько крепиться. Вы хотите, можете, делайте с кнопочками. То есть кнопочки, как я вам уже говорила, диаметром должны быть не меньше сантиметра для того, чтобы было удобно. Теперь же, если они слишком-слишком тугие, можете немного смазать воском, то есть обычной свечкой, чтобы они хорошо рассоединялись и соединялись. То есть ребенок не сможет вот так ногтями хорошо их рассоединять. То есть вот смотрите, у меня тугая кнопочка, она новая, еще не не расшатанная, либо же просто немного ее, в общем, открывайте, закрывайте, открывайте, поклацайте вот так вот перед тем, как пришивать, для того, чтобы потом вместе с горошиной ребенок не оторвал часть пенала вашего. В общем, для тех, кто хочет с кнопочками, пришиваем кнопочки, как я уже вам показала, основки в основу, а верхнюю часть кнопочки на нижнюю часть горошины, то есть вот так вот. Либо же просто закрепляете ниточку, здесь делаете узелочки, красивенько все слаживаете обратно по цвету в пенал. И вот такой замечательный у вас получается стручок горошка. Я это все закреплю, спрячу и застегну. В общем, я думаю, что в принципе здесь все вам осталось понятным. Кому понравился видеоурок, конечно же, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!